Друзья, всем привет, с вами Дмитрий Кухтенков. Сегодня хотел записать коротенькое видео о новом виде мошенничества. Поступило сегодня такое письмо мне в 16:50. Значит, в теме письма поступило новое пополнение. То есть, ну, такое заманчивое, да, сразу. Хочется, да, посмотреть, что за письмо. Вот, дальше читаем, да. Доступно к снятию 1932 рубля. Вы собрали достаточную сумму для списания на основной счет. Ну, в принципе... Хотя откуда, да, должны деньги поступить, непонятно. Дальше, ладно, воспользоваться. Зачислить на свой счет. Нажимаем кнопочку. Вот, попадаем вот на этот сайт. Запомните этот адрес. Вот, никогда сюда не заходите. Дальше, да, зачисление. 788 рублей, да, все прекрасно. Ну, давайте нажмем Kiwi, к примеру. Попадаем на такой сайт. Непонятно, что это, да, курсинфо.ру. То есть, при чем тут Visa, Kiwi Wallet и вот этот адрес? То есть, если сейчас мы наберем Kiwi, там будет совершенно другой адрес. Вот. Дальше. Мошенники предполагают, что вы напишите тут свои данные, свой номер телефона и пароль. Соответственно, все ваши данные попадают к мошенникам, и они спокойно могут воспользоваться вашими средствами. Так, это насчет Kiwi. Теперь Visa. То же самое. Не заполняйте здесь свои данные, то есть если вы заполните здесь свои данные, ими, соответственно, воспользуются мошенники. То же самое с Яндексом, авторизация, вы пишете свой логин и пароль. Вот, непонятный адрес тут, да? То есть у Яндекса совсем другой адрес. К примеру, вот я сейчас зайду просто на Яндекс. Можно посмотреть, какой у них, вот, деньги, Яндекс деньги, да? То есть money.yandex.action. Тут вообще непонятно, какой адрес. Ну, то есть, ваши данные попадают сразу к мошенникам, и они, соответственно, могут воспользоваться вашими деньгами. Вот, тщательно проверяйте всю информацию. Ну, просто желаю удачи и не попадайте на ловки мошенников. Если вам интересны такие видео о различных способах мошенничества в интернете, я тоже дальше буду записывать такие видео. Просто напишите в комментариях, если интересно, то напишите «Да, интересны такие видео». Все, всем пока, всем удачи, не попадайтесь на уловки мошенников.